Дорогие читатели нашего блога, с вами я, Татьяна Лысенко, и сегодня я буду знакомить вас с нашей новой коллекцией торговой марки Scrap Mir, которая называется Hello Christmas. Уже совсем скоро у нас будут всем ожидаемые и любимые новогодние праздники. Я думаю, многие из вас уже начали к ним готовиться. И наша торговая марка, как всегда, будет радовать вас новыми дизайнами и коллекциями. Что входит в данную коллекцию? Это набор бумаги 20 на 20 сантиметров, набор бумаги 30 на 30 сантиметров. Это у нас высечки, два набора вот таких вот фишек и чипборд. Теперь буду показывать вам все по очереди, для того, чтобы вы могли вдоволь насладиться всем этим. Начну с бумаги. Маленький и большой набор, они идентичны, отличаются только лишь размером рисунка. Поэтому буду показывать вам большой набор бумаги. Как вы уже, наверное, все заметили, что бумага у нас упакована в такие упаковки, которые можно потом повторно использовать. Вы можете свои обрезки сюда собрать, либо еще листы собрать, здесь клейкая лента. Довольно удобно, мне очень нравится. Бумага для скрапбукинга форматом 30,5 на 30,5 сантиметров. 7 двухсторонних листов в наборе, плюс 3 листа с серебряным тиснением, плотность 190 грамм. Итак, начнем. Первый лист, который называется «Зимняя сказка», такими вот деревьями и елками. Он, конечно, двусторонний. С этой стороны он такой вот зеленый. Очень красивый лист, такой тематический. Сразу же хочется что-то творить. Второй лист называется «Плееды». Действительно, очень похоже. Вот с этой стороны у нас такие вот снежинки со звездами. Третий лист, как видите, он с тиснением, серебряным. Называется лист «Холод». Надеюсь, вам там хорошо видно, как он переливается на свету. У нас уже есть одна коллекция с золотым тиснением. Вы, конечно же, ее все уже, наверное, опробовали и знаете. Теперь у нас вот есть еще серебряное тиснение. Думаю, в наших работах вы увидите на практике это. Эти листы, как они бегутся, клеятся. Вот такая красота. Они односторонние, как я уже говорила ранее. Следующий лист называется «Следы». Вот такие вот замечательные следы. Здесь он вот такой вот. Далее «Зима». Красивые такие тона. Мне очень нравится спокойная, но и не тусклая. Вот лист «Белый медведь». Очень симпатичный мишка. С такими вот леденцами, звездными снежинками. С этой стороны вот так вот просто такой пассивный у нас рисунок. Вот какой лист, называется «Серебро». Он просто весь вот такой вот весь блестит. Надеюсь, вам видно там, как он на самом деле блестит. Очень здорово. «Серебро» односторонний. Второй уже такой у нас лист с тиснением серебряным. Лист называется «Подарки». Здесь у нас подарки и варежки с такими вот носочками. С этой стороны вот такой вот у нас принт. Лист «Горох», красный с серебряным тиснением. Вот так вот он весь играет, переливается у нас. Очень красиво, односторонний. И карточки. Лист так и называется «Карточки». Здесь у нас такие пингвинчики, зайчики, Деды Морозы, лисички. Очень такие веселые карточки. Как видите, они есть здесь и на английском, и на русском языке, что довольно удобно. С этой стороны он просто вот с таким рисунком. Хорошо, что здесь не просто белый тон, а есть какой-то вот принт. Если вам не нужны карточки, вы смело можете этот лист использовать в вашей работе. Это что касается нашей бумаги. Теперь покажу вам еще наш чипборд замечательный, который идет к этой коллекции.
Он точно так же упакован в удобную упаковку, которую можно использовать повторно. Вот такой вот он, замечательный чипборд. Толстый. Как видим, легко достается. С этой стороны картон белый практически, молочный такой, плотный, довольно красивый. Если не нужно использовать, можно смело вставить обратно. Вот такой вот мишутка. Дальше у нас есть вот такие вот высечки. Такая же упаковка, которую можно использовать много раз. Вот они какие красавцы. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть вот такой заяц. Есть у нас деревья. Есть у нас Дед Мороз. Такое дерево, есть у нас замечательная лиса, есть медведь. Безумно красивые высечки. И мне постоянно в работах с бумагой через Крафмир хочется вот просто в одну открытку и все сразу. Вот такие елки, веточки, птички, перчатки, варежки, простите, надписи. Пингвин какой замечательный. Подарки. И, конечно же, олень. Вот он какой оригинальный, красивый. Покажу поближе. У нас два набора идут к этой коллекции. В каждом из них по 4 штуки. Вот такие вот фишки. Мороз, дерево, веточка и леденец. В одном наборе и в другом наборе идут вот такие вот они. Это один мороз, зайка. Такой вот носок. Собственно, название нашей коллекции Hello Christmas. Познакомлю вас с ними. Сразу удобно можно приклеить. Вот такие вот два набора фишек. Коллекция, конечно, замечательная, мне безумно нравится. Работы из нее, кажется, получатся такие атмосферные, веселые при этом и детские, и не такие нестандартные, я бы сказала. Я вот уже вижу, в принципе, что из нее можно сделать. Желаю вам приятного творчества. Мы будем стараться вас вдохновлять своими работами, своими новыми коллекциями, продукцией. Оставайтесь с нами. Ваша дизайн-команда, торговая марка «Стеллари».